Покорители снежных просторов, искатели приключений и просто любители путешествий. Трое участников из Магнитогорска решили совершить снегоходный пробег северной тропой, преодолев за 3 месяца 17 тысяч километров. Пробег стартовал в Мурманске 11 января. Он пройдет через 8 регионов России. А конечная точка маршрута станет Петропавловск-Камчатский. Накануне путешественники совершили запланированную остановку в окружной столице, где сегодня встретились с главой региона и рассказали нашей съемочной группе о том, легко ли покорять снежные просторы. Все подробности в материале Ольги Русул. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на степной Минечкой земле. Чуть больше 3 недель пути на снегоходах и участники северной тропой достигли столицы Заполярья. Экспедиция стартовала из Мурманска еще 11 января, побывала в Архангельске. Нарьян-Мар встретил путешественников относительным потеплением. Ладно, удачи тогда. Спасибо. В маршрутном листе экспедиции крупные точки Гыда, Диксон, мыс Челюскин, Тикси и дальше на Камчатку. В среднем путешественники проводят на снегоходах по 12 часов в день. Преодолевают в зависимости от погоды и условий местности от 50 до 400 километров. Белое море было плохо замерзшим, поэтому прижимало прям к берегу практически. И в Карелии была очень теплая погода, много ручьи, вода в основном, то есть вода была проблема. Незамерзшие реки, болота. Команда экспедиции состоит из 3 человек. Кроме руководителя, в нее входит штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников. Свой переход в 17 тысяч километров путешественники доверили снегоходам «Ямаха». Впрочем, по словам механика, нареканий к технике пока нет. Техника достаточно надежная. Проблемы больше в санях. Ну и такие мелкие там. Где-то какой-то удар, камень, неожиданность. То есть, ну так, в принципе, все штатно, все стандартно. Это 6-я экспедиция путешественников-северян и самая протяженная. Планируется, что конечную точку маршрута Петропавловск-Камчатский герои северной тропой достигнут за 3 месяца. На вопрос, не устают ли в пути, не бывает ли скучно, экстремалы отвечают нет. По разными красками открывается. Мы не первый раз уже едем. Все места красивые. У вас тундра красивая. Такой восход, такой закат был в этот раз. Подъезжали к Белому морю, там очень много торосов накидано. Море прямо у берега, сурово величественно. Карелия красивая, Таймыр красивый, зверей на Таймыре много. Камчатка. Да, на самом деле север очень красивый. В планах путешественников-экстремалов объединить пройденные маршруты в своего рода эстафету регионов, сделать подобие спортивного соревнования, чтобы участие могли принять региональные команды. Финиш снегоходного ралли северной тропой намечается в апреле. Пока позволяют погодные условия передвигаться на снегоходах. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».